Решили сэкономить время и лишились жизни. Накануне в Запорожской области утонули трое рыбаков, которые выехали на «Москвиче» на хрупкий лед озера. В четверг там работали сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты ведомства вытаскивали автомобиль на берег. ЧП произошло в среду, 18 декабря, днем, неподалеку от села Белоцерковка Куйбышевского района. По словам очевидцев трагедии, трое мужчин приехали на берег озера на «Москвиче». С утра рыбачили, разнообразив свой досуг употреблением спиртного. Затем, видимо, решили ехать домой. Зі слів випадкового свідка було встановлено, що троє рибалок сіли в автомобіль «Москвич 2141» і вирішили скоротити шлях додому, переїхавши через ставок. На жаль, під вагою автомобіля крига не витримала, і на очах очевидця автомобіль пішов під воду. Операция по извлечению тел рыбаков проходила на следующий день после трагедии, в четверг. Погибшие 52-летний владелец автомобиля и двое его пассажиров, 46 и 49 лет. Следствие по факту происшествия продолжается.